Канал «Россия» продолжает программа «Вести Рязань». В студии Юлия Ларина и коротко о главных темах этого выпуска. Городским властям и почте удалось договориться. Коммунальные платежи вернутся в почтовое отделение, а вместе с ними и очереди. Берегите деньги. Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров. Драгоценные знания, книги за несколько лет подорожали. Более всего это заметно на учебной литературе. В России все пенсионеры получили единовременную выплату в 5000 рублей. Деньги перечисляли без предоставления дополнительных бумаг, но не обошлось без тех, кто под предлогом оформления выплат пытался выманить у пожилых людей номера счетов, паспортные данные и другую информацию. Мошенники часто ориентируются на людей старшего возраста, как на более доверчивую категорию населения. О новых схемах обмана Анжелика Королева. Участковый – единственный, кому Татьяна Синюк спокойно открывает дверь. В этот раз Павел пришел предостеречь от мошенников. Пожилая женщина в ответ сетует: днем, когда дома в основном пенсионеры, по квартирам начинают ходить подозрительные личности. Дверь в подъезд открывает кто-то посторонний. Кто-то, наверное, вот из соседей, может быть. И вот подходит прямо сразу к двери. Но мы уже без опаски открываем. Основная задача мошенников – попасть в саму квартиру. Бабушки и дедушки часто готовы пустить на порог незнакомцев, а потом и сами не знают, как выпроводить гостей. Полицейские советуют не стесняться сообщать о подобных случаях. На крайний случай пригрозить вызовом полиции по данному адресу. Если человек этого не поймет, то действительно вызвать сотрудников полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Некоторое время назад сотрудники негосударственных пенсионных фондов одолевали будущих пенсионеров, навязчиво предлагая перевести накопления в их организации. Теперь же мошенники подключились к охоте на 5000 рублей. Это сумма, которую пенсионерам выплатили в качестве компенсации за одну из непроведенных индексаций в прошлом году. Обращаются к пенсионерам, прежде всего к пожилым гражданам, с настоятельными рекомендациями заполнить форму заявления о предоставлении выплаты, сообщить персональные данные, включая номера счетов, паспортные данные. Пенсионеры – незащищенная категория, они часто бывают доверчивыми. Боятся, что пропустили какие-то изменения. И если прямо сейчас не подписать что-то в документах у незнакомцев, стучащих в дверь, можно остаться без пенсии. В пенсионном фонде и в полиции настойчиво советуют лишний раз не открывать дверь посторонним. Даже у участкового или газовщика можно проверить документы, позвонив на его место работы. Бдительность не бывает чрезмерной и может помочь сохранить деньги, а порой здоровье и жизнь. Анжелика Королева, Юлия Дат, Станислав Ирбицкий, Юрий Косоротов, Вести Рязань. С 1 февраля рязанцы вновь смогут оплатить коммунальные услуги на почте. Напомню, в начале года почтовое отделение областного центра перестали принимать платежи из-за расторжения Почты России договора с вычислительным центром. Мнения горожан разделились. Одни считали, что это хорошее решение, так как в отделениях стало свободнее. Другие были недовольны из-за отсутствия привычного способа оплаты. И вот почтовикам удалось договориться о продлении договора. Кроме того, помимо коммунальных платежей, в отделениях почты рязанцы смогут оплатить и детские сады. К другим темам. Рынок в торговом городке меняет статус. Торговая площадка продолжит работу на прежнем месте, но теперь это будет ярмарка. Смысл не в смене названия, а в организации торговой деятельности. К чему готовиться продавцам и покупателям, узнала Наталья Пронькина. Полусгнившая хурма по сходной цене. В покосившейся палатке с вывеской «Хлеб» почему-то мандарины и виноград. Рынок в торговом городке в понедельник утром представляет собой невеселое зрелище. Пустуют прилавки, покупатели единицы. На прошлой неделе было объявлено о закрытии рынка. Навели панику. Мы тоже сами не знали, будем мы работать, не будем. Поэтому мы волновались. Постоянные покупатели тоже переживают. Слухи о закрытии рынка ходят с мая прошлого года. Торговая площадка хоть и неказистая, по уровню сервиса проигрывает сетевым магазинам, но за десятилетия к ней привыкли. Любят и продавцов, и их ассортимент. Мы с работы бежим уже на последнем издыхании и хватаем то, что нам надо, покупаем только здесь. Вся вот эта затея администрации города, она, конечно, против покупателей, против жителей, против, ну будем так говорить, против людей.
В последнее время, говорят продавцы, покупателей стало совсем мало. Основной костяк арендаторов не более 10 человек. На плаву держится благодаря постоянным клиентам, а еще пассажиропотоку автовокзала. Торговли нет вообще никакой, людей нет на рынке. Какая там торговля? С 2012 года в России рынки могут находиться исключительно в капитальных зданиях. И основная претензия городских властей именно в том, что площадка в торговом городке не соответствует федеральному законодательству. Новое же капитальное строение, считают чиновники, возвести здесь нет возможности. Поэтому в качестве компромисса решено сделать в торговом городке ярмарку. В торговом городке было возведено 22 павильона с колоннами, балюстрадами, витринами в пол. Сейчас большая часть из них заколочена, работают лишь единицы. Возможно, новая ярмарка сможет вдохнуть жизнь в эту когда-то образцово-показательную часть Рязани. Строить еще одно капитальное здание рядом с пустующими кирпичными павильонами было бы странно. Хотя отремонтированные помещения вполне могли бы вместить и продукты, и промышленные товары. И тогда торговый городок, аналог московского ВДНХ, получил бы второе рождение. Но власти выбрали иной путь. Старые контейнеры демонтируют, вместо них по периметру установят палатки-павильоны. В них и переедут постоянные торговцы. А по субботам на освобожденном пространстве будет проходить ярмарка выходного дня. Для покупателей, подчеркивают чиновники, таким образом ничего не изменится. А вот продавцы уже расстроились. Первая же ярмарка, которая прошла в минувшую субботу, тех, кто торгует в будние дни, оставила практически без клиентов. Наталья Пронькина, Евгений Леонов, Вести Рязань. В Рязани на 2 недели закрыли для проезда участок первой железнодорожной улицы. В частности, нельзя проехать между домами номер 54 и 56. На этом участке дороги будут прокладывать коммуникации к строящейся многоэтажке. Ограничение для автомобилистов будет действовать до 15 февраля. На время работ на участке установлены предупреждающие знаки с разработанной схемой движения. С этого года оплатить госпошлину можно со скидкой в 30%. Предложение доступно для пользователей портала «Госуслуга». Сделано это в целях повышения популярности электронных услуг у населения и пока распространяется лишь на некоторые процедуры. В их числе регистрация транспортного средства и выдача водительского удостоверения. В областном РЭУ, кстати, количество обращений через портал возросло с 0,01% до 9% от общего числа заявок. И чем выше будет этот показатель, тем короче станут очереди. Большие очереди в наших подразделениях во многом связаны с тем, что люди приходят неравномерно. То есть приходят вторник, например, огромное количество, там, среда-четверг маленькое, там, утром много, вечером мало. Вот. Когда люди записываются предварительно через сайт государственных услуг, вот, то, естественно, они как-то распределяются равномерно по рабочему дню. И, соответственно, каких-то проблем не возникает. Путь к знаниям не только тернист, но и дорог. За последние несколько лет книги подорожали как минимум вдвое. Учебная литература бьет по карману. В вузовских библиотеках дефицита нет, но иногда заветный учебник приходится подождать. В этом случае на выручку приходят электронные книги. Что и как читают студенты, расскажет Елена Макарова. Прогуливаясь по лабиринту книжных стеллажей, Галина Борисовна легко рассказывает историю первой попавшейся книги «Сопротивление материалов». Год издания 95-й. По библиотечным меркам учебник пенсионер, но лучше еще не написали, поэтому студенты-преподаватели его любят. Галина Ковалевская – главный хранитель книжного запаса вуза. Знает все учебные направления и то, какие положены им книги. Однако год от года обеспечивать студентов литературой становится все труднее. Цены постоянно растут, и в среднем сейчас где-то цена на учебник – это где-то 850 рублей. Если раньше она была там 350, то, естественно, закупки немножко уменьшаются. Но за счет того, что происходит синтез печатных изданий и электронных библиотек, вот вузовские библиотеки как-то за счет этого выживают, и студенты наши имеют возможность обучаться. На книги, а в сущности знания, деньги тратятся немало, ежегодно по нескольку миллионов рублей. Однако с тех пор, как вузы начали переводить на самообеспечение, на этой статье расходов экономят прилично. Мало того, что стоимость некоторых учебников доходит до 1500 рублей, так на эту сумму обеспечить литературой можно только одного студента. Вот и подсчитали библиотекари, что составлять свою базу данных и покупать доступ к электронным системам гораздо выгоднее. Одну книгу одновременно могут читать хоть все студенты вуза. Учащиеся к этому уже привыкли.
Есть электронные библиотеки, там собраны много чего. То есть мы сразу заходим в интернет, какие-то книги, книжные библиотеки уже, интернет-библиотеки, и там уже читаем. Книги нужны, особенно по специальным предметам, потому что их далеко не в каждом магазине можно купить, и заказывать их приходится, и стоимость их тоже достаточно велика. На помощь вузовской бухгалтерии студенческому бюджету приходят талантливые педагоги. На лекциях члена Международной ассоциации архитекторов Михаила Викеляна студенты списывают по нескольку ручек за пару. Его знаний хватит не на одну библиотеку. Книги не нужны. Очень много его личной теории, его практики. И лишней литературы, помимо его лекций, в принципе, особо не надо. И лишь студенты-заочники сегодня оказываются в уязвимом положении. В их случае книга и даже электронная сегодня – вчерашний день. Лекции сведены к минимуму. Помочь бы могли видеолекции своих же педагогов, как в ведущих российских университетах. Но, к сожалению, такого в рязанских вузовских библиотеках еще нет. Елена Макарова, Юрий Косоротов, «Вести», Рязань. В муниципальном культурном центре открылась фотовыставка «Все». 23 работы от авторов из творческой мастерской Евгении Ванюка. Все они – люди разных профессий и возраста, которых объединяет увлечение фотографией. Руководитель мастерской пытается научить их в первую очередь уходить от банального и неинтересного фото, а также мыслить визуально, чтобы картинка говорила сама за себя. Фотография должна быть настолько лаконичной, обобщенной и говорящей о каких-то таких важных, может быть, вещах, метафорами, какими-то аллегориями, может быть, но немножко такой, знаете, дзенский подход, чуть-чуть. Удачников начинается ответственный этап – закупка семян для нового аграрного года. Тем, кто считает, что еще рано думать об урожае, специалисты отвечают – как раз сейчас можно без суеты выбрать все необходимое для посадки. Ольга Андреева расскажет подробнее. За окном мороз и сугробы, а Тамара Петровна Машинская уже подсчитывает будущий урожай. На днях дачница посеяла перцы, томаты для теплицы. Говорит, любит экспериментировать и пробовать новые сорта. Все время везло с материалом. Тамаре Петровне ни разу не попадались некачественные семена. Первым делом смотрю, чье производство, какая фирма, автор. Кто произвел эти семена, обработаны они, не обработаны эти семена. Я стараюсь покупать авторские гибриды. Опытные садоводы знают, ни от цены, ни от красивой этикетки качество семян не зависит. И советуют приобретать посадочный материал в специализированных магазинах, где можно потребовать документы. Находятся сертификаты на посадочный материал, на лук сево, картофель. Также любая серия вся приходит с сертификатами качества. Специалисты также советуют выбирать те сорта, что входят в реестр селекционных достижений. Это гарантирует пригодность культуры для нашего климатического пояса. Кроме того, здоровые семена должны иметь характерный для данной культуры цвет и блеск. Однако без специальной экспертизы качество все равно не определить. Да и различить сорта не всегда возможно. Например, семена семейства капустные, вот, они не то что по семенам их не отличишь, эти растения, их только по листьям можно точно сказать. Допустим, капуста белокочанная или там краснокочанная или цветная капуста. Но урожай зависит не только от посадочного материала. Недостаток питательных веществ в почве погубит на корню все ожидания. Поэтому, покупая семена, не надо забывать и об удобрениях. Ольга Андреева, Алла Шенфельд, Александр Бредихин, Владимир Буданов. Вести, Рязань. Такими были вести. До встречи. Гидрометцентр России, сегодня 31 января ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба будет падать. Температура воздуха по области минус 10-12, в Рязани 9-11 градусов мороза. Техподдержку вызывали? Не понимаю, что ты в нем нашла. Мама, он хороший. Кино по выходным. Я хочу, чтобы вы установили наблюдение за одним человеком. Что это? Посмотри. Да нет у меня никакой двойной жизни. Фотографии – это полная ерунда. Один-один. Нельзя терять надежду, даже если теща уже идет по коридору. Там идет моя мама. Куда? Теща-командир. Премьера.
в субботу в 21:00 на канале «Россия».